Господи. Все, бежим. О, видите, мы же умерли. О чем это говорит? Как вы вообще живете? Так, шагом марш, пошли, пальчики разминаем, плечики разминаем, выпады делаем. И сейчас я назначу три группы. И эти три группы проведут разминку. А я посмотрю, как преподаватель проведет разминку. Еще раз напоминаю, что лицом сюда ко мне. Так, на месте. Стой, раз, два. Построились здесь еще раз. Так, у нас Андрей проводит, пожалуйста. Олеся переходит туда. Сюда, с лицом. Да, ты там. Так, вот эти два киндера сюда, сюда. Так, раз, два, две красивые девчонки сюда, киндер просто сюда. Вот ту группу, пожалуйста. Нет, по три человека. Все, пошли чуть-чуть вперед, да? Так, Олеся, ты поможешь разбить? Значит, все, кто, Матер, те ребята, девчонки, ой, девчонки, которые промоют разминку. Еще раз, говори громко. Два. Начинаем. Кисти, локти, плечи, шеи, ушки, туловище, тазобедренные, колено, это. То есть не сразу, не садиться сразу здесь. Все, отжимаем. Пошли. Так, и говорят на русском, на молдавском, на румынском, на украинском, на итальянском, на французском, на еврейском. На каждом языке говорят. На японском. Так, а это чье кимоно может быть? Кого у нас еще нет? А там Беатрич. А, Беатрич. Ну, Беатрич надо будет опять взять. Хорошо. Даже говорит, например, это упражнение из бокса, это упражнение от борьбы. Thank you.
Дой. Трей. Патро. Уну. Дой. Трей. Патро. Хорошо. Теперь Аделина. Аделина. Есть обычно, обычно ты с одной стороны и с другой стороны, есть плюс-минус. Вот они делают точно это упражнение, только наоборот. А кто наоборот? Могу показать? Инверс. Спина. Могу показать? Да. Да, пошли. Аделина считает. Уну. Дой. Трей. Патру. Уну. Дой. Три, патру, уну, двой, три, патру. Сели на колени лицом ко мне. Значит, а сейчас я не буду делать как бы этот. Вы сделаете так. Вы становитесь. Раз, два, три. Делаете аккуратно кувырок вперед. Разворачиваетесь. Кувырок, кувырок. Вот смотрите, вы делаете сюда, туда. Вы делаете с той стороны сюда, сюда, а вы делаете его как бы с той стороны, со стороны двери, кувырок вперед, разворачиваясь, кувырок вперед, кувырок назад, страховку. Вон там, пожалуйста, встали, вы тоже там встали. Григорий, стоп, Григорий, чуть-чуть сюда. Леся, центру, центру, центру. Михаила, Аиш, вот, вы так. И акробатику делаем, пошли. Надо 30 кувырков, но стоп, стоп, что ковер не выходит. Один кувырок сюда, другой туда. Пожалуйста. Это кувырки вперед, кувырки назад. Алеша, страховка, стынка, тряпка, умер. Да. И давай ты делаешь, что можешь. Хорошо. Кто колесо может? Я. Пожалуйста. Я. Только пошире становитесь и по очереди делайте. Я. Ну, я. Да, я. Да. Хорошо, примем. Стоп, стоп. Смотрите, оттуда сюда делаем. Отсюда не делаем, потому что не нравится. Так. А теперь страховку через правое, левое плечо. Вот это. Еще раз. Посмотрите, делаем шаг вперед и страховку. Посмотрите, делаем шаг вперед. Ставим руку и через плечо делаем кувырок. Да. Эту руку не нажать, эту ручку снизу. Ника, очень сильно приседаешь. Наоборот, почти с ним руки стараешься. Хорошо. Смотри, стоп. Стоп, бери на живот. Так, у вас сильная команда, поэтому вы все делаете 8 раз. Оп, ой. Смотри, пресс, АШЗ. Значит, у вас 5 раз, 5 раз, а ты сильный, ты делаешь по 8. Вилька по 8. А остальные по 5, но если сильный, значит делайте по 8. Пошли. Пожалуйста, пошли. Преподаватели считают слух. Раз, два, три, четыре. Алексей, а ты по-английски делаешь? Тут русский, английский, и ей будут английские. Поэтому вы получаете по призуке.
Хорошо провели. Молодцы. Это преподавателям. Еще раз. Они же проводили разминку? Да. Проводили. Вот. А вы делали. Вы делали хорошо, мы помогли. Когда будет наоборот, другие будут проводить. Значит, вы тоже должны помочь. Так, сейчас. Значит так. Аделина в центр. Все остальные на желтый вот этот мат не наступать. Да. Да. Стали по кругу. По кругу. Выбиваем Аделину. Да, мячок. Туда. Можно здесь, можно там. Еще раз. Давай, ловить не надо. Нет, вопросы хочу. А если поиграю, чтобы. Если в тебя попадут. Или минута, мы просто поменяем, чтобы все немножко поменяли. Готовы? Хаджина. Все, и побыстрее, и побыстрее. Гоняйте ее, гоняйте, гоняйте. Пошло время, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот. Так, стоп, мате, 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 мате. Значит, что я вас попрошу? Раз это игра, все хотят играть. Значит, смотрите. Да. Значит, смотрите, что мне нужно? Во-первых, ты старайся не кидать только, вот только так, да? Старайся, если где-то она задержалась, дать немножко вправо, немножко влево, еще как-то. То есть показать, например, раз ему отдать пас, а ты можешь мне не кидать просто рядом или этот сюда, замучить ее. Итак, Хаджина, поехали. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 не жди, сразу кидай. Старайся кидать так, чтобы, ага. Так, стоп, мате, мячик очень хороший, он мне понравился, поэтому девочке становится. Андрюха, можно тебя? Девочке становится в центр, все. Сейчас еще мы подойдем. Андрюха, становись, побудивай. Хорошо? Алеша, иди сюда, вот сюда. Андрюша, туда. Андрюша, туда. Андрей, только ты кидай двумя руками. Они одно, а ты двумя. Это не падать. Смотрите, девочки, стараться не падать. Никто не выходит. Они должны вас попасть 10 раз. 10 раз попали. Значит, меняемся. Хаджиме. Пошли. Опа. Быстрее, быстрее, быстрее. Не трогайте мяч. Не трогайте. А вы берете. Только кидайте. Не встретили. Опа. Сразу пас, сразу пас. Вот так. Вы вам одну руку кидаете. А только Андрей. Два. Не трогайте. Здорово. Михаил, ну Михаил тяжелее, чем бабушка. Не надо. И что? Два раза. Стоп. Смотрите, вот он с мячом. Вот он с мячом. Вот он будет кидать. Значит, что ты там должен стоять? Хаджина. Вот. Три. Кидай, кидай, ничего страшного. Ничего. Это просто игра. Четыре. Так. Давай. Еще раз. Не кидай ее. Не кидай сразу. Да, через раз. Через раз. Пять. Через раз не кидай. Да. Пять брюки. Раз, пас. Вот. Девчонки, попались. Андрюха, Андрюха, долго ждешь. Да. Пас. Но. Нету. Сразу кидаем, держи, сразу кидаем.